Друзья, всем привет! Я сегодня нахожусь в северной части города Паттайя и хочу показать вам отель, который называется Romeo Palace. Этот отель трехзвездочный, и ему уже очень много лет. Я уверен, что просто многие из вас здесь когда-нибудь останавливались. Я решил заснять этот отель по просьбе одного моего знакомого, который хочет остановиться в Паттайе и выбирает этот отель как один из вариантов по принципу «недорого» на несколько дней. Для начала мы посмотрим с вами общественные зоны, и в самом конце я вам покажу номер. Лично свое мнение по поводу этого отеля я высказывать не буду, пожалуйста, это решать только вам, потому что кому-то это абсолютно нормально, кому-то это ужасно. Пожалуйста, все напишите в комментариях. Локация у этого отеля просто прекрасная. 10 минут пешком до пляжа Вангамат по прямой дороге, никуда не сворачивая. Также 10 минут пешком до торгового центра «Терминал 21». В шаговой доступности от отеля расположены рестораны, магазины, обменные пункты. Оценка по букингу у этого отеля 6.6 из 10. Это не очень хорошая оценка. Давайте мы с вами все посмотрим и, возможно, поймем почему. Мы с вами дошли до бассейна. Как видите, вода чистая. Это уже плюс. Мы идем с вами смотреть номер. Он называется стандартный двухместный с одной большой кроватью. Его размер 28 квадратных метров. Друзья, как вы видите, в номере мебель вся старая, но, по крайней мере, все чисто. Здесь есть небольшой балкон. Давайте посмотрим, какой отсюда открывается вид. Друзья, ну вы сами все видите, буквально в нескольких метрах от отеля идет стройка. Всем привет! Забронировать этот номер, к примеру, в середине ноября, вы можете от $25 в день за двоих без завтрака. Если вам нужен завтрак, то это будет стоить примерно от $28 в день за двоих. Спасибо отелю Romeo Palace, мы все посмотрели. Друзья, пожалуйста, напишите свой комментарий, что вы думаете об этом отеле. И, конечно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь будут только самые полезные видеообзоры. Мы идем с вами дальше. Всем пока!